Для этих ребят 12 декабря отныне двойной праздник. Получить заветную красную книжицу сегодня только в Оренбурге пришло 75 школьников. А ведь подобные мероприятия в этот день проходят во всех районах области. Сегодня они получат символ, маленький символ страны, паспорт, то есть почувствуют принадлежность гражданство Российской Федерации. В этом году более 20 тысяч ребят получили паспорт впервые. Из них 17 тысяч вот так же под фанфары и аплодисменты. Этот день ребятам должен запомниться надолго. Сегодня уникальное, конечно, мероприятие. Сегодня будут получить паспорта 75 наших граждан Российской Федерации. Эту заветную красную книжечку, которую, я думаю, они будут пронесут всю свою жизнь с чувством гордости. Тем более в этот большой и замечательный праздник. Отныне ребята сами несут ответственность за свои поступки, ведь сегодня им не просто вручили паспорт, а главный документ в их жизни, который к многому обязывает. Татьяна Кошелка, Виктор Яковлев. Новости дня.